В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов. В начале мероприятия уже по традиции с поздравлением выступил директор института Радив Замалединов. Он поздравил выпускников с завершением важного этапа и началом новой главы в их книге жизни. Искренне поздравляю, желаю успехов, желаю, чтобы вы и впредь также добивались своих целей. И я очень надеюсь на то, что и после получения диплома вы также останетесь такими же увлекающимися, такими же стремящимися к своей цели. И я очень надеюсь на то, что вы тоже будете такими же успешными. Посетила мероприятие и Илья Минулина, руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. В свое время она тоже закончила Казанский федеральный университет. Она поздравила выпускников с важнейшим событием в их студенческой жизни и пожелала никогда не забывать свою родину, не сливаться с серой массой и всегда заниматься любимым делом. Нести ответственность за создание и вообще за формирование ценностных ориентиров другого человека, а учитель призван это делать, а не только просто давать знания. Это очень глубокая, серьезная и сложная профессия. Вручили дипломы выпускникам направлений педагогическое образование иностранный язык и педагогическое образование иностранный язык и второй иностранный язык, очной и заочной формы обучения. В 2024 году эти направления завершили около 200 студентов, из которых 61 выпускник получил диплом с отличием. Как отмечают сами ребята, это был долгий и тернистый путь, но благодаря профессорско-преподавательскому составу ребята смогли справиться со всеми трудностями. Для меня очень большая честь закончить Казанский федеральный университет. И поэтому я не зря, наверное, выбрал опять-таки второй раз поступить сюда, в Казанский федеральный университет. Здесь очень приятная, теплая атмосфера. Преподаватели, профессорский состав, все они относятся как к своим детям, можно сказать. И они нас всех любят. Они были очень терпеливы, но одновременно требовательны. На самом деле университет и институт дали очень много. Именно здесь я стала самой собой. Здесь я обрела верных друзей, наставников, близких друзей, которые всегда мне помогут, всегда будут рядом. Здесь я научилась руководить, так скажем, своими лидерскими навыками. Познакомилась с большим количеством талантливых студентов, которые уже сегодня тоже выпускаются. И мою благодарность университету передать словами просто невозможно. Отметим, что в Институте филологии и межкультурной коммуникации обучаются около 5000 студентов не только из Российской Федерации, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно институт выпускает множество специалистов разных сфер деятельности. Это филологи, преподаватели, специалисты медиасферы. Адлина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.